нас растет количество регулярно занимающихся спортом, тенденция положительная, но я сразу хочу сказать, что пока недостаточно. По этому показателю мы отстаем от среднего российского уровня. У этого есть объективные причины, мы можем все их объяснить. Климат, малые населенные пункты и так далее. Но я считаю, что это не должно быть для нас. То есть нам не нужно здесь искать объяснения, нужно просто подумать, как нам исправить эту ситуацию. Потому что Камчатка должна быть примером региона здорового образа жизни с действительно массовым, модным для молодежи участием в спорте.